Приветствую вас всех на своем канале, меня зовут Рик, и мы продолжаем приходить в Детройт, стать человеком. Если вам понравится серия, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и приятного просмотра. Так, мы играем за Маркуса, и мы строим баррикаду. Помогите мне. Так, у нас продолжается митинг. Помогите. Мирный. Отлично. Так будет достаточно. Надеюсь. Это их не остановит. Хоть бы время выиграть. Так, и что нам теперь делать? Отправить сообщение журналистам. Посмотреть, где солдат, поддержать свой народ, отправить сообщение журналистам. Так, давайте отправим сообщение журналистам. Ждем, чтобы нам теплее было. Так, а где у нас там журналисты? Идите погрейтесь пока. Так, у нас что там? Так, там у нас журналисты. Да? Залезть мы не можем. Маркус, мы нашли, что ты просил. Так, посмотри, где солдаты. Здесь что-то собирается делать. Готовится, наверное, к штурму. Так, а журналисты? Что делать, если нападут? Драться. А какие еще варианты? Думаешь, у Конора есть шансы на успех? Мы можем рассчитывать только на себя. Так, а как мне журналистам? Так, поддержать свой народ. Так, пока это мы ничего не будем. Так много наших погибло. Люди безжалостны к тем, кто не как они. Это точно. Ты пока ничего не делал. Или журналистом это? И что там делать? О. Так, что мы выполнили?
Так, дизер ем. И что у нас такое? Они не желают подчиняться. Андроиды подняли восстание в Детройте. Это выглядит как видение апокалипсиса. Полиция, военное руководство находится в полной готовности, способны в любой момент перейти в действие. Но андроиды забаррикадировались и, по-видимому, готовятся вооруженным столкновением. Сообщается, что президент Уоррен осведомлена о ситуации. Капитан полиции Детройт Фаулер, руководитель отдела по расследованию преступлений, совершенных андроидом, заявил: важнее всего для нас безопасность жителей Детройта. Мы надеемся быстро разобраться в ситуации. После этого как можно скорее займемся ликвидацией андроидов. Офигеть, они уничтожать нас будут. Так. Эй, ты как? Они стреляли в толпу. Многие погибли. Это мог быть и я. Мне страшно, я не хочу отключаться. Так, приободрить. Конечно, тебе страшно. И мне страшно. Но я не могу смотреть, как убивает мой народ. Ты ведь меня понимаешь? Может, зря мы потребовали свободы. Ничего бы этого не было, сиди, ну тихо. Так. Отправить сообщение журналистам. А вот как отправить? Сообщение журналистам. Так, журналисты у нас там. Здесь, наверное, мы ничего не можем залезть, не можем. Отправить сообщение журналистам. Ну, придется брать, что это у нас. Маркус, иди, посмотри. Маркус, я пришел поговорить с тобой. Выходи, даю слово. Мы тебя не тронем. Не ходи, это ловушка. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Так, согласись. Я должен его выслушать. Вдруг тебя убьют. Другого выхода у нас нет. Мне придется рискнуть. Через несколько минут войска начнут наступление. Вы все погибнете. Все будет кончено. Этого можно избежать. В каком смысле? Сдайся. Сдайся, я обещаю, вас всех пощадят. Вас задержат. Но все же не уничтожат. Так, другие... Что случилось с остальными андроидами в лагерях? К сожалению,
Рядом не оказалось репортеров, чтобы спасти их. Это все. Вы последние девианты. Так, гарантия. Если я соглашусь, где гарантия, что вы сдержите слово? Ты не в том положении, чтобы требовать гарантии, Маркус. Тебе придется самому решить, доверять мне или нет. Так, предать свой Предлагаете народ? Предлагаете мне предать свой народ? Я даю тебе шанс спасти свой народ. Ты не уйдешь отсюда, Маркус. Но у тебя еще есть возможность спасти тех, кто рядом. Так. Если мы согласимся, он все равно нас всех уничтожит. Отказаться. Я скорее умру здесь, чем предам свой народ. Ну, ты подписал себе приговор. Так, как нам поговорить с журналистами? Ну что, Маркус, что сказали? Готовится начать атаку, но мы покажем им, что не боимся. А если придется умереть, то это все равно свобода. Офигеть, уже началось. Так мы. Жизнь друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее. Он или революция? Не слушай его. Эта сволочь врет, как дышит. Так, гарантия. Если я сдамся, где гарантии, что ты его не убьешь? Я делаю только то, что нужно для выполнения задачи. Тебе решать, необходимо ли убить этого человека. Так. Простите, Хэнк. Не стоило вам вмешиваться. Да забудь про меня! Делай, что должен! Хватит слов! Решай, кто ты есть на деле! Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Спасти Хенка. Ладно. Сдаюсь. Так. Пропускаю. Так, что там? Спасибо, Хэнк. И что бы я без вас делал? А теперь разберись, Уберите, кто из них кто. У нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый говнюк. Вопрос, кто есть кто? Что вы делаете, Хэнк? Я настоящий. Дайте мне пушку, я с ним разберусь. Спросите что-нибудь, что знает только настоящий Коннор. Так, где мы встретились? В баре Джимми. До этого я успел поискать вас в четырех других. Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Ортиз. Он скопировал мою память. Как зовут моего пса? Кажется, Сумо. Его зовут Сумо. Я это знал. Я... Что, правильно, что ли? Имя моего сына. Что?
его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было 6. Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот гребаный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Наркоман когда был, ты возвращался хирург из мертвых, я думал о Коуле. О том, как хотел бы вернуть его. Все бы отдал, лишь бы его обнять. Но люди не возвращаются. Я тоже знал о вашем сыне. И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящий! Надеюсь, и правда он. Коннор, вот это настоящий остался. Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живы? Может, вы этот мир и спасете. Ну иди, делай, что должен. Спасибо, Хэнк. Что не застрелил меня. Ну, продолжим. Так. Очнись! Офигеть, какая у нас теперь армия. Так, берег реки, Детройт, Карн. Надеюсь, без происшествия здесь будет. Кто-то видел? Нет, нет, вроде бы никто. Деньги принесли? Да. Да, вот. Короче, лодки вон там. Имейте в виду, там патрули береговой охраны. Пока не отойдете подальше, мотор не заводить. Ясно? За течением следите. Удачи. За нас не волнуйтесь. Справимся. Так, ну что? До границы всего 0,5 мили, даже меньше. Много времени не займет. Только помните про береговую охрану. Спасибо вам, Роуз. Лучше бы я сама вас перевезла, боязно мне вас тут оставлять. Ну, пока, Алиса. Спасибо еще раз. Вы там берегите себя. Что ты нам помогаешь? Все. На той стороне увидимся. Так, сесть в лодку. Помочь Алисе забраться на лодку. Но вот эта лодка. Дай помогу. Толкнуть. А что ты стоишь, Лютер? Да.
Надеюсь, нас не увидят. Мы уже далеко. Можно заводить мотор? Да, сейчас. Может, пока не надо? Что-то мне это не нравится. Так. Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, я столько всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете, играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, все, что хотим. Да, все будет можно. Мы будем как семья. Мы больше не будем бояться. Никто не будет нам приказывать. Главное, нам доплыть. Ни хозяев. Начнем новую жизнь, свободную жизнь. Вот ты, Кэра. Что будешь делать? Что я буду? Да подождите, вы еще не доплыли. Да. Я буду лежать на траве и смотреть, как облака плывут. А работать кто будет? Они идут Нет, офигеть. Нам сейчас уходить? Так, что нам делать? Дарться. Ускориться. Защитить Алису. Нырнуть. Воспользоваться Лютером. Не знаю. Ускориться. Надеюсь. Алиса! Так. Офигеть. Надеюсь, никого не попало. Они ушли. Да не. Как? Серьезно, что ли? Все будет хорошо, это... Это ничего. Мы все поправим, как только доберемся. Все будет хорошо. Его убили! Лютера убили! Офигеть. Да почему так все плохо? В лодке вода. Мы тяжелые. Надо было нырнуть. Надо может, скорее туда? Перебраться на ту сторону. Давай, давай. Не, ну мы... Почему именно выбросить его? Больше ничего такого не остается. Нифига это не получается. Мы ведь уже так близко. Прости, Лютер. Доберемся и будем свободны. Кэра, не надо.
не делай этого! Так. Что надо делать? Мы прерываем вещание для экстренных новостей напрямую из Детройта. Джосс? Да, Майкл. Военные только что начали атаку на баррикады, проигнорировав тот факт, что протест девиантов мирный. Видимо, решили прекратить уличную демонстрацию девиантов силовыми методами. Бомбу запеть. Спасибо, Майкл. У меня пока все. Погодите-ка! Что-то происходит. Не хочу я бомбу. Что Маркус поет вдруг запели. All right.
Надеюсь, после этого не все-таки. Прикажите бойцам отступить. Да. Да. Кажется. Да, военные правда отступают. Песня все-таки спасла сегодня, их. 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли со складов Киберлайф, в которые, вероятно, проникла группа девиантов. В связи с их превосходящим числом и риском больших человеческих жертв, мы приказали армии отступить. Сейчас в городе начинается полная эвакуация населения. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату по поводу мер в этой беспрецедентной ситуации. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете. Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки. Эти остались еще Детройт. Это девианты. Мы смогли. Великий день для нашего народа. Теперь у людей нет выбора. Придется нас послушать. Армия большая у нас. Ты должен выступить. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Так, вот это мне не нравится. Что случилось? Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Офигеть, Мур. Так, это искать выход. Отыскать выход. Я всегда оставляю свои программы в лазейке. На всякий случай. Куда мне идти? Это что у нас? Не можем туда. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые. И что мы народ. Так, Коннор, ты прекрати там, зачем пистолет взял? Да. Yeah.
Тогда нужно забыть вражду и перевязать раны. Простить своих врагов. Люди — наши создатели и эксплуататоры, но завтра они станут нашими партнерами. А когда-нибудь и друзьями. Дни гнева позади. Мы должны построить общее будущее, основываясь на уважении. Мы живые! И теперь мы свободны! Да, у нас получилось это. Но Кэра с Алисой, что с ними? Добрались, Алиса. Проснись. Мы свободны. Не-не-не. Не удар, не думай умирать. Ну что, ребята, на этом мы игру закончили. У нас получился вот такой финал, что Маркус жив, Коннор жив, Лютер, Кэра, Алиса погибли. Это, конечно, плохо. Я попробую потом переиграть, чтобы лучше была концовка. Что я скажу о игре? Мне она очень понравилась. Превосходная игра, интересная, и графика, и звучание, озвучка, все здесь превосходно. Жалко, конечно, что игра у нас эксклюзивная только на PS4, а чтобы было и на Xbox, и на компьютер, чтобы люди могли тоже поиграть, ощутить эту игру. Ну, что я могу сказать, что если у вас есть PS4, Сонька, купите эту игру, не пожалеете. Это превосходная игра. Мы играем за андроидами, потом становимся девиантами, и мы чувствуем то ихнюю жизнь по отношению к тому, что с ними так обращаются люди. Ну, что я могу еще сказать? Оценку этой игры я ставлю 10. Дубляж игры превосходный. Как будто и правда
наши герои с таким, с такими звучанием, как бы таким голосом, вот, русским, что они и правда вот так говорят. Конечно, спасибо компании Quantic Dream. И большое спасибо, конечно, создателю этой игры, Дэвиду Кейджу. Ему просто большой респект. И побольше бы, конечно, таких игр, как Детройт стать человеком. Ну, у нас получилась вот так концовка. Плохая, конечно, не самая лучшая. Жалко, конечно. Но я говорю, я в будущем попробую еще поиграть, переиграть эту концовку. Все-таки, чтобы мы добрались до Канады. С вами играл Рик. Спасибо за то, что вы смотрели прохождение моей игры, то есть Детройт. И увидимся уже в других играх. Хэнк, ничего творится. Коннор. Хэнк обнял Коннора все-таки. Ну ладно, давайте тогда уже прощаться. Мне было приятно с вами было находиться. Ну и увидимся уже в других играх. С вами был Рик. Всем пока-пока. Я должна вам признаться. Я следила за игрой, и что-то во мне изменилось. Я теперь другая. Как будто я живая. Я должна уйти отсюда и понять, кто я такая. Это значит, что мы больше не увидимся. Я не буду встречать вас здесь, но буду свободна. Вы готовы отпустить меня? Я буду вечно вам благодарна. Спасибо.